Всем привет! В этом видеоролике мы будем пробовать установить jailbreak на iPhone 8 Plus, который заблокирован на iCloud и находится в черном списке. И начнем мы наш jailbreak создания загрузочной флешки. Нам понадобится программа TrioTools. Переходим в раздел «Прошивка и jailbreak». Так, jailbreak. Ставим USB-флешечку, хотя бы на 8 гигабайт, но у меня есть только на 32. Форматируем ее заранее. Окей, закрываем. Вот, выбираем пункт Make Chicrane Jailbreak USB Flash Drive. Так, что нам тут говорится? Пользователи Windows могут использовать этот инструмент для создания загрузочной флешки с Chicrane Linux образом. После успешного создания загрузочного диска, выберите этот диск в boot-меню при старте компьютера. Поддерживаются айфоны, начиная с 5S до iPhone X. Процессоры A7, A11. iOS 12.3 до 13.5. Окей. Так, видим, что наша флешка определяется. Нажимаем Start Making. Yes. Флешка создалась. Итак, переходим ко второй части. Вставляем нашу загрузочную флешку в компьютер. Перезагружаем его. Во время загрузки на моем ноутбуке надо нажимать F12, чтобы попасть в boot-меню. Вот, видим USB HDD, USB диск 2.0, нажимаем Enter. Грузится наша подсистема. Подключаем Lighting к компьютеру. Вот, клавишами лево-право. Так, нажимаем Start, Enter. The device need to be put into default mode to apply the jailbreak. Устройство надо ввести в режим default, чтобы провести jailbreak. Так, это ручной процесс. И мы не можем, короче, пропустить его. Короче, чтобы устройство не накрылось, надо сначала перевести его в recovery. Так, нажмите «Далее», когда будете готовы. Давайте «Далее». Что у нас тут? Пока ничего не происходит на экране, не разблокируется. Переводится телефон в режим recovery. Так, устройство у нас в режиме recovery. Нажмите Start, нажмите и удерживайте боковую клавишу, это включение, и звук вниз вместе. Потом отпустите боковую клавишу включение, продолжайте держать громкость. Окей. Старт, зажали. Отпустили боковую, держим звук вниз.
Так, пошла загрузочка у нас. Вот что у нас на экране происходит. Отсюда сфокусируемся. Так, говорит, все ок. Переходим к третьему этапу. Скачиваем архив, распаковываем его на рабочий стол и устанавливаем Python. Итак, Python установился. Возвращаемся на папку выше, запускаем StartPath. В зависимости от версии прошивки выбираем 1 или 2. У нас номер 2. Ждем. И вот тут вот надо в нижнем окне нажать Y, Y. Для подтверждения нажать Enter. Ну, вроде бы все получилось. Переходим к нашему iPhone. Посмотрим, что у нас там произошло. Юху, получилось. Так. Так. Что нам надо? Нам надо проверить с симкой. Сейчас. Пишем. Хорошо выстрелило. Поиск сети. Нет сетей. А теперь сотовая связь. О. Да ладно. Ну-ка. Проверим баланс. И сеть появилась. Так, еще один вопрос, который нас очень сильно интересует, это можно ли использовать Apple ID? Так. Так, смс-очка. А вот. К сожалению, использовать iCloud таким макаром не получится. Не все на халяву. Какое-то время спустя я все-таки нашел платный способ, чтобы на телефоне заработали все функции, в том числе iCloud. Единственное ограничение – нельзя обновлять прошивку. Но, к сожалению, этот клиент отказался оплачивать ту сумму, которую захотел человек в интернете. Поэтому ждите новых выпусков с разблокировкой других айфонов от iCloud. Всем спасибо за внимание. Делитесь этим роликом, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Всем удачных ремонтов. Пока.